Всем привет! Я в магазине Магнит Косметик, город Орск, улица Братская, 38. Вот и летняя коллекция появилась. Смотрю, у меня глаза разбегаются, как все красиво. Смотрите, какие стаканы. Стакан высокий, солнечное настроение, ягодки называется. Товар идет со скидками, 37%, и стоимость такого стакана 149 рублей. Так, это ягодки, это лимончики. Какая красота. Есть и кружки. Кружка капучино. Тоже солнечное настроение. Значит, вся коллекция — это солнечное настроение. Различные тоже цвета. Вернее, рисунки. 119 рублей. Кувшин с крышкой. Ух ты, какое все яркое. 169 рублей, 1,5 литра. А вот сверху мне там не достать, но все равно я постараюсь. Эти уже покруче кружки. 350 миллилитров. А выполнены из фарфора. 199 рублей, 31% скидка. Были дороже. А еще кружки. Внутри глянцевая, снаружи матовая. Тоже 350 миллилитров, фарфор, 149 рублей. Вот еще кружки, видите, какие надписи и расцветки. Отдельно стоят. 199, я уже сказала. А это миска. Миска с крышкой, декор. А где декор? Вот крышку вижу, миску вижу, а декор не вижу. 199 рублей. Все такие зелененькие. Контейнер. Смотрите, какие они солнечные. Крышки разные все, 199 рублей. А это что такое? А это... Что это? Контейнер для сыпучих продуктов. Как-то его так поставили, что я его даже вытащить не могу. Ага, все получилось. Вот какой тоже. Ну, он прозрачный. Это внутри лежит бумага. 1,5 литра. 199 рублей. А сушилка для столовых приборов. 5 секций. 230 на 118 и 113 миллиметров. Есть желтая подложка, есть зеленая, 249 рублей. Стакан с трубочкой, 129 рублей. Также зеленая и желтая крышки, 129, да, сказала? Так, а это контейнер для продуктов. Смотрите, какой низкий. В то же время, мне кажется, удобный бутерброды складывать. 0,9 литра, 99 рублей. Был 169, 41% скидки. Ух ты, какие пластиковые, ну такие красивые. 59 рублей, 0,4 литра. Даже пластиковые вешалки есть. Набор вешалок. Из 3 штук 99 рублей. Розовые, зеленые, голубые. Очки. Солнцезащитные. Смотрите, какие. Такие лисята. Есть и большие, как сейчас модно. Так, сколько такие стоят? Очки 299. Ничего себе. Очень дешево. Мы продолжаем дальше. Комплект постельного белья. Лето. Евро. 100% хлопок. Пипа. Расцветки разные. Все яркие. Так. Полутораспальный. Так. Двухспальный. И евро. Евро. Пододеяльник 200 на 215. Простыня 240 на 220. Наволочки 2 штуки. 50 на 70. Вот какие бывают расцветки. Было 4000, 32% скидки, стало 2700.
Полотенце лето. Махровое. 30 на 50 полотенце. Смотрите, какое. Так, полотенце. 179 рублей. Есть еще и салфетки здесь. Вот. Вот небольшие салфетки. 30 на 30 сантиметров. 109 рублей. Есть полотенца побольше. Вот такие. Такие мягенькие. 50 на 60. К сожалению, не на все есть ценники, не на все полотенца. Здесь большие полотенца, 1,50 м на 2 м. Ничего себе. А, это, наверное, не полотенце. Плед. Вот такой плед. Мягенький. 1,50 м на 2, 429 рублей. Такие тоже яркие, летние расцветки с цветочками. Тоже нет ценника. А вот какие-то, смотрите, красивые полотенца. Вафель жаккардовый, 50 на 70, 229 рублей. А это махровое. Вот это, наверное, вафельно-жаккардовое. Полотенце махровое. Размер 50 на 60. А, с этой стороны. С внутренней стороны махровое. Вот, которое я вам показала. Смотрите, какое красивое. 50 на 80 размер. Есть и желтенькие, голубенькие. 249. На это нет ценника. Вроде вам всю коллекцию показала. А, вот бутылочки еще не показала, да? Бутылка для воды. Объем 500 миллилитров. 149 рублей. Ну все, теперь точно все вам показала, рассказала. Мне очень понравилась эта летняя коллекция. Красивая. Всем пока-пока.